Уверена, что не только я во время зимних холодов и пока нам приходится носить шапки, уделяю так мало внимания уходу за своими волосами. Но теплые дни не за горами, и ходить в таком виде как минимум странно. Поэтому я решила обратиться к специалисту и узнать все модные тенденции в прическах весна-2012. А первым делом начнем мы с ухода за нашими волосами. После зимы они стали тусклыми, слабыми, а кончики секущимися. Они как никогда с приходом весны нуждаются в нашей заботе. Лучше все-таки сходить к парикмахеру, постричь кончики. Если дома, это лучше поменять шампунь, сменить на какой-нибудь новый. Да? Если волосы жирные, то сменить для нормальных волос. Если сухие, то для какой-нибудь увлажняющий. Также можно порадовать себя и ультрамодными процедурами, которые сделают волосы не только красивыми, но и придадут здоровый вид. Сегодня очень популярны карвинг, это легкая химическая завивка, кератиновое выпрямление или ламинирование. А ламинирование – это лечение волоса, он становится блестящим, красивым. Важно еще не забыть о правильном питании и витаминах и запастись терпением. А теперь можно подумать и об обновлении прически или модной стрижки. Этой весной будут модно в любые стрижки на разные длины. Если это средняя длина, то какие-то на основе каре, например, строгая. Если короткие, это на основе боба. Всевозможные челки модные, косые, прямые. А тем, кто, как и я, боится расставаться с длиной, этой весной можно взять на вооружение такие прически, как мокрый эффект от Versace, легкие пучки от Chanel, конский хвост от Valentino. И что не может не радовать, всевозможные косы с прошлого сезона вновь в тренде. Очень красиво. Все цвета. Супер. И, конечно, чтобы быть на гребне волны, необходимо особое внимание уделить небрежности в укладке. В данном сезоне актуальны вот такие небрежные локоны с неподвитыми концами. По вопросу окрашивания все тоже достаточно скромно. В моде все натуральное. Экстравагантные сейчас ушли в прошлое, что-то естественное. Если это там шатенки, то это больше к шоколадным оттенкам. Блондинки, теплые блондинки, холодные блондинки тоже сейчас не очень котируются. Конечно, мужчины не должны остаться в стране. Для них будут актуальны прически в стиле Beatles или Undercut, выбритые бока с массивной челкой. А главное все-таки быть не модным, а ухоженным и не следовать слепо самому модному совету из интернета. Вечером вымыть голову, а с утра встать и, будто потеряв расческу, с небрежным видом отправиться по делам. С заботой о вас, Алина Власова, Владимир Гайдай, Объективное, ННТВ.